90-х годах, если не ошибаюсь, там был садик. Вот, он был заброшен, данная территория была заброшена. Собственником данного помещения стало частное предприятие «Мода». Оно выкупило этот детский садик. Если не ошибаюсь, нежилое помещение около 2500 метров. У них есть земля, соответственно, договор аренды. Хотел бы обратить внимание, что категория земель, это очень важно, категория земель, житловато-громадская забудова. В 2017 году управлением архитектуры были выданы условия и ограничения на 16-этажный 4-секционный житловый будинок. В 2018 году нашим управлением был выдан дозвол на начало строительных работ. Да, мы понимаем, что есть социальный накал по данному вопросу. Я думаю, что мы увидимся с застройщиком, увидимся с жильцами, вот, и определимся по поводу там, детского сада. Может, они там отдадут какие-то помещения. Ну, в общем, сделаем какую-то группу.